Весть об амнистии разнеслась по тюрьме мгновенно. «Амнистия! Амнистия!» раздавалось то тут, то там. Заключенные были возбуждены, и каждый лелеял тайную надежду, что вот теперь-то его очередь. Надзиратели сохраняли хмурый вид, но внутренне тоже надеялись, что выпустят побольше. Тюрьма была переполнена, камер не хватало, энергии уходила уйма. «А в чем дело? В честь чего амнистия?» Жадно интересовался молодой и глупый страшок старости. «Ты не мельчиши! Ты здесь недавно появился! Тебе еще сидеть да сидеть, силы набирать, бороду отращивать!» Посмеивался страх темноты. Он был одним из самых старых заключенных. Его еще в раннем детстве посадили. «А чего сразу я?» Заныл страх старости. «Может, еще выпустят?» «Сейчас!» С садистским удовольствием сказал огромный тучный страх одиночества. «Тюрьма-то чья?» «Во-во! Женщины, знаешь, они такие. Старости боятся до самой старости». «А в старости чего боятся?» Не унимался юный страшок. «А там тебя амнистируют, а на твое место посадят, например, страх смерти. Так что сиди и жди», — пообещал страх одиночества. Под сводами тюрьмы раздался зычный голос. «Собрание, собрание, все на собрание!» Залязгали двери камер, заключенные потянулись на голос. Развлечений в тюрьме было мало. Собрание любили, можно было потрепаться, новости узнать, амнистию обсудить. «Граждане заключенные, страхи и страшки», — начал главный надзиратель. «Сообщаю вам, что хозяйка тюрьмы решила ее немножечко разгрузить, и поэтому кое-кто из вас сможет освободиться». «Ты нам ту тюльку-то не гони!» Забузил нахально иррациональный в приблотненной кепочке страх мышей и крыс. «Ты дело говори! Кого на свободу? Почему на свободу?» «Ты помолчи! Тебе не светит! У тебя вообще пожизненное!» Урезонил его надзиратель. «Сам ведь не знаешь, кто тебя и за что посадил! Не знаешь ведь?» «Да бабы дуры!» Наехал мыши-крыс. «Кошек не боятся, хомяков не боятся, а крыс-мышей боятся. А спроси почему? Ведь сами не знают. А меня, мальчишечку, замели ни за что. Таганка, я твой бессменный арестант!» Затянул было страх, но надзиратель властной рукой заткнул ему рот. «Художественная самодеятельность будет на Новый год, а сейчас мы про амнистию. А амнистия вот в честь чего. Наша хозяйка записалась на прием к психологу, хочет поработать над собой. Сами знаете, это всегда заканчивается освобождением части страхов». Заключенные радостно загудели. Такое уже случалось. Психолога в тюрьме считали в законе и очень уважали. «Да, освобождение, но не для всех», — строго сказал надзиратель. «Давайте-ка перекличку сделаем. На свободу с чистой совестью, так сказать. С левой крайней камерой начинай». «Страх темноты. Сижу с детства», — монотонно забубнил страх темноты. «За что сел, не знаю, вернее, не помню. Под амнистию не попадал». «Страх боли», — представился изящный хлыщ во фраке и с бабочкой на тощей шее. «Посадили после аппендицита. Сама дотянула почти до перитонита. А я остался виноватым», — усмехнулся он.
теперь боится любой боли, хоть зубной, хоть душевной. А я регулярно ей эту боль поставляю. Рассмеялся страх боли. «Как это поставляет?» Шепотом спросил страх старости. «Ну ты и темный!» Удивился страх темноты. «Ты чего не знаешь? Каждый страх, который попадает в заключение, притягивает ситуации по своей теме». «Зачем?» Еще больше удивился страх старости. «Ну как зачем? Конечно, чтобы выпустили. Нет страха, нет ситуаций. Что тут непонятного?» С досадой сказал страх темноты. Ему очень хотелось на свободу, но им никто не занимался. Все к нему привыкли. «Так мне что, надо старость притягивать? А как?» Озаботился юный страшок. «Ну, это просто!» Вмешался в разговор мышино-крысиный страх. «Будешь ей морщинки новые в зеркало показывать, целлюлит опять же, седые волоски. Чем больше она будет пугаться, тем сильнее будешь становиться ты. Ее страх – твоя пища, дуралей!» Тем временем перекличка шла своим чередом. Страх одиночества. Сел лет в 25. Попадал под амнистию, когда она замуж выходила. Год на свободе. Потом развод. И я снова в камере. «Жалоба есть?» – рявкнул надзиратель. «Никак нет. Хозяйка кормит исправно. Каждый день боится. Даже когда спит», – радостно сообщил страх одиночества. «На свободу-то хочешь?» – смягчился надзиратель. «Конечно хочу», – загрустил страх одиночества. «Кто же не хочет? Только не светит мне. Уж очень она от окружающих зависит. Одна вообще боится оставаться. Даже хоть на часик. То на телефоне висит, то к подружкам бегает, то к себе зазывает. Мужики какие-то левые все время крутятся. А чем больше она меня питает, тем больше у нее одиночества в жизни. А чем больше одиночества, тем больше страха. Меня уже раздуло, еле в камеру пролезаю. Мне на диету. А она меня все подкармливает. Тьфу, надоело!» Плюнул с досады страх одиночества. «Ну ты того! Не унывай!» Сочувственно кашлянул надзиратель. «Надежда, как говорится, умирает последней. Давайте дальше!» Страх ошибки. Выступил вперед длинный тощий старичок с бородкой клинышком. Посадили в 9 классе, когда учитель математики стал насмешки строить. В институте, благодаря доцентам-профессорам, срок добавили. С тех пор, как устроилась на работу к начальнику зверю, 5 дней в неделю получаю усиленную пайку. «Ничего себе устроился!» – позавидовал страшок старости. «Не завидуй! Ничего тут хорошего нет!» – осадил его страх темноты. «Жить без ошибок человеку невозможно! Это ведь просто опыт! А если ошибок бояться, то как тогда вообще жить?» «Говорят, есть такой маньяк-убийца – страх жизни!» Задумчиво сообщил страх одиночества. «Он самый страшный страх на свете. Если его посадят, тогда и начнется». «Что начнется?» Спросил заинтригованный страх старости. «Паралич жизни начнется. Того боишься, этого боишься, жить боишься. Этот пахан нас тут всех построит. Никаких тогда амнистий. Будем все в куче, друг другу жаться, спрессовываться. Кормить, конечно, станут на убой, но это еще хуже.
Мы разрастаемся, а тюрьма не резиновая. Начнем сами задыхаться и хозяйку душить. Слышал такое выражение «страх душит»? Вот как раз из этой серии. Ужас какой! Содрогнулся Страшок. «Тише там!» — приказал надзиратель. «Кто следующий?» «Страх осуждения!» — заговорил незрачный мужичонка в помятом костюме. «Меня с подачи родителей посадили. Они все время говорили, а что люди скажут? Какое ты мнение о себе создаешь? Никто тебя такую любить не будет. Сижу тоже с детства. Прочно так сел. На свободу страсть как хочется!» Вдруг хлюпнул носом он. «Посодействуйте!» «Да ты что, родной?» — участливо спросил надзиратель. «Как будто ты не знаешь, что тут хозяйка решает, с кем хочет расстаться, а с кем не очень». «Да я что?» — вскинулся мужичонка. «Я ведь ей подсказывал, как со мной расстаться. Это же просто. На меня просто надо наплевать. И я таять начну, а она не плюет». И страх осуждения разрыдался, утираясь полой затертого пиджачка. «Ну не плачь, ну не плачь!» — стали утешать его соседи. «Ты сиделец уважаемый, мы тебя все любим». «Да, правда? Вы меня не осуждаете?» — воспрял духом страх осуждения. «Ну тогда что ж, потерплю, посижу еще». «А ты кто? Что-то я тебя раньше не видел», — грозно спросил надзиратель, указывая на красавчика со щегольскими усиками в просторном черном плаще и пижонской шляпе. «А я извращенец», — скромно сообщил новичок. «Я страх страха». «Неужели и такое извращение есть?» — удивился Страшок старости. Новичок продолжал. «Я пока еще не ваш, забрел со знакомительными целями». «Как это забрел?» — вопросил надзиратель, хватаясь за дубинку. «Да вы не бойтесь, меня хозяйка впустила, но мы с ней еще не в контакте. Не сконнектились, так сказать. Быть может, позже». «Не дай бог», — отверг такую мысль надзиратель. «Иди отсюда, извращенцев нам не хватало», — зашумели страхи. «И так в тесноте, в обиде, а тут еще в гости будут всякие ходить». «Я ухожу, но могу и насовсем вернуться», — пообещал страх страха, пробираясь к выходу. Но было видно, что он испугался. Надзиратель с облегчением засунул дубинку на место. «Будем завершать», — распорядился он. «Еще раз вспомним правила внутреннего распорядка. А ну, по очереди». Страхи бодро зарапортовали правила. «Страхи попадают в заключение только по желанию хозяйки. Страх действует по вдохновению, подступает, накатывает, душит, давит, охватывает, парализует в зависимости от реакции хозяйки на ситуацию. Страхи существуют, пока хозяйка не принимает решение с ними расстаться. Любому страху может быть либо добавлен срок, либо объявлена амнистия в любое время. Страхи питаются эмоциями хозяйки. Если питание не производится, страх умирает. Отпущенные на свободу страхи вновь становятся чистой энергией жизни». Страхи чувствовали небывалое единение. Надзиратель был явно доволен. «Ну что ж, граждане страхи, по камерам и дружно ждем амнистии», — провозгласил надзиратель. Страхи потянулись к местам отсидки. «А все-таки, ну вот зачем мы ей?» —
Недоуменно спросил страх старости. Ведь столько энергии на нас тратит. Все просто, молодой человек, пояснил тихий интеллигентный страх с большими печальными глазами и такой же печальной лысиной. Мы ей нужны, чтобы случайно не стать счастливой. Она думает, что быть счастливой – это неприлично, ведь в мире еще столько несчастья. Что за бред? С чего вы это взяли? Оторопел страшок старости. Поверьте, юноша, уж я-то знаю, ведь я страх счастья. Страшок хотел было еще задать вопрос, но шумящая толпа разнесла их в разные стороны. Впереди была амнистия, впереди была надежда и освобождение.